Энджел Гарольд. Знание ужасно, если не приносит успокоения познавшим Джонни. Луис Сайфер. Люцифер. Люцифер. И даже имя дешевая шутка. На Манхэттене развелось так много Мефистофелей. Решил предстать в образе дьявола только потому, что тебя испугали. Суеверный гитарист. Это ведьма и сумасшедший старик. Думаешь, я испугаюсь? Не рассчитывай. Я знаю, кто я. Ты убил их. И пытаешься все свалить на меня. Я знаю, кто я. Будь у меня копыта и хвост, ты бы поверил. Ты псих. Я знаю, кто я. Ты хочешь меня подставить. Хочешь подставить меня, Сайфер. Я знаю, кто я. Ты убил их. Я никого не убивал. Не я убил Фаулера. Не я убил Тутца. Не я убил Маргарет. Не я убил Крусворка. Я никого не убивал. Ошибаешься, Джонни. Меня зовут не Джонни. Все они погибли от твоей руки. Естественно, я тебя направил. Честно говоря, ты был обречен, когда зарезал этого парня, Джонни. 12 лет ты жил в чужом времени и с чужими воспоминаниями. Я позвоню Вайнсову, он все знает. Вайнсов, он мертв. Несчастный случай. Не волнуйся, одним адвокатом меньше, никто плакать не будет. Смерть сейчас повсюду, Джонни. Что придает человеческой жизни ее ценность? Скажи. Кто-то любит жизнь, кто-то ненавидит. Плоть слаба, Джонни. Лишь душа бессмертна. Твоя принадлежит мне. Я знаю, кто я. Да, Джонни, посмотри хорошенько. Сколько хитрый зеркалом отражение всегда смотрит тебе в глаза. Я знаю, кто я.